Приветище! Это Супраленд, и мы продолжаем наши увлекательные исследовательские путешествия. Нам грамотно нужно поставить здесь куб. Вот так вот. И теперь выпрыгиваем, я говорю. Вот так вот. Крутяк. Смотри-ка, там спортсмен есть. Пойдем-ка с ним посоревнуемся. Здорово. Че в этот раз, где у нас финиш будет? Вначале, конечно же, у нас тестовый забег с ним. Ой, не то. Куб тебе не нужен. Вот так вот. Ну что, я готов, побежали. Я не знаю, правда, куда, но побежали. Я готов. Давай, погнали. А, вон туда нам нужно. Окей. У меня есть... Блин, я все профукал. Ладненько, бежим. А, здесь как? Подожди. Вон за ним бежим. Я все просрал опять. Ёк-макарёк. Так. Хорошо, я бегу. Куда? А, вон он, финиш. Все понятно. Так, теперь нужно разработать план, как быстрее сюда добежать. Все, я прибыл. Нифига себе. Это что за музей такой? Интересно, любопытно. Пойдем, сходим. Ого, ты видел? Нифига себе. Он медитирует, это монах. Обалдеть. Монахи, вы что тут делаете? Ладно, пока они тут медитируют, давай-ка я не буду их даже тревожить, спрашивать, чё почём. Я просто заберу вот эти вот кубики. Вот хлам. Спасибо. И теперь нужно добраться вон до того. А, еще и вон тот есть. Я знаю, что нам тут поможет. Силовой куб, конечно же. Конечно же, будем башкой, как Марио, выбивать из этих кубов себе грибы. Ну, в данном случае хлам. Опа! Теперь осталось это все как-то подобрать. Есть. Встаем ровненько. Кастуем и прыгаем. Все собрано. Отлично. Монахи, благодарю вас. Священного вам этого духа. И прочего. Пойдем сюда. Спустимся вниз. Что тут? Как тут интересно, любопытно. Опа, здорово. Я тебя нашел. 14 штук уже собрали. Ничего себе, все. Что это такое? Что за тайник? Еще хлам. Есть еще что-нибудь? Не, походу ничего больше нет. О, смотри, от меня ничего не скроется. Вон там вот еще хлам есть. Блин, а как его забрать? Хламик, иди сюда. О, я забрал его. Единственная проблема только в том, что я не знаю, сколько нужно на ракету. Я забыл посмотреть. О, торгаш. Чем торгуешь? Че, поиграть с тобой можно? Эта кнопка мгновенно восстанавливает все ваши кастрюли и банки. Хотите попробовать бесплатно первый раз? Ну давай попробуем. Я готов. Нажмем какую-нибудь кнопочку, и в принципе игра начнется. Давай вот эту кнопку нажмем. Нифига. А эту. И нифига. А вот если я вот так вот сделаю тебе баночки, скляночки. Понял? Давай нажмем теперь. О, прикольно. Они заново появляются. Короче, это, знаешь, типа антидепрессняк. Если тебя что-то выбесил, то сюда приходишь и бьешь вот эти вот баночки-скляночки. Ладно, хорошо. О, мадам шляпница. Красотка там тусит. И здесь какие-то странные балкончики, на которых тусят старперы. Ты посмотри. Здесь тоже дед тусует. Соблазняет вон ту бабку в шляпе. Ну, хорошо. Пойдем снова к спортсмену. Я там кое-где поставил силовой куб. Надеюсь, он мне поможет. Что, я, в принципе, готов. Давай на счет... Три, стартуем. Раз, два, три, бежим. Стартуем быстрее, пока он спускается вниз, вон он бежит. Вот он куб, запрыгиваем. Блин, промахнулся. Есть контакт. Отлично. Теперь нужно сделать как? Вот так вот. Притягиваем себя. И, где он? Ой, но я первый. Хо-хо-хо-хо. Гони мой хлам. Шикарно. Я получил достижение, что я самый быстрый чувачок. Ништяк. Я тут нашел еще вот такие вот странные ворочки, куда мы можем с тобой пробраться. О, тут хлам есть. Сейчас туда попробуем залезть, если у нас получится. Вот так. Тут у нас что, тоже хлам, там хлам. По всей видимости, хламья нам нужно достаточно, предостаточно. Есть зеленая кнопочка, которая... Ага, все понятно. Тут вот есть еще одна дверка. Давай, открывай. Опа!
Я могу сделать так. Нет, надо сделать по-другому, по всей видимости. Во! Вот так вот надо было сделать. Теперь здесь будет постоянно открыто. Я могу вот сюда еще сходить. Ага. Залезь сюда, на самую верхушку. Тут был один хлам. Еще я вижу вон там хлам. Мне нужно теперь как-то туда попасть. Но давай все-таки мы вернемся сюда. Нужно разобраться со всем, что тут у нас есть. Во-первых, тут у нас есть какая-то штука с кнопкой. Огонь. Для чего нам огонь? Кажется, я понял. Мы можем поджечь вон ту штуку. Если я сделаю вот так... Нет, так это не работает. А если силовой куб прямо сюда поставить? Что с ним будет? Ни шиша с ним не будет. Ладненько, давай уже проберемся внутрь, посмотрим, что у нас будет там. Ага. Не так-то это все просто. Блин. Мне нужно сделать следующее. Короче, запрыгиваем наверх. Теперь пуляем, точнее оставляем здесь шарик. Он медленно-медленно катится. Я его делаю вот так вот. И шарик туда закатывается и телепортируемся. Ништяк, мы внутри. Шикардятина. Обалденная. Теперь нам нужно в трубу, по всей видимости, да? Ну, возможно, шарику. Ладно, не мне, а шарику. Так. Куда оно попало? О, где это я вылез? А, все понятно. Я сзади двора. Ну ладно. Ого, сколько тут всего интересного, любопытного. Труба есть. Слушай, да-ка мы здесь вроде бы были. Точно, мы здесь были. Это подвал, где лежало хламье всякое. Подвал профессора. Короче, я не удержался и полез на этот храм, чтобы достать нашу шестереночку. Вот она. Ты моя сладенькая, как высоко ты взобралась. Есть, шестеренка собрана. Шикарно. О, кажется, мы еще можем вот сюда сходить. Но точно, смотри, там какие-то двери есть. Давай-ка заглянем, что у нас тут. Синие двери. Синие двери, это значит, что проход запрещен и никак туда не пройти. А если мы обойдем, вот так вот. Хы, обошли. Что это за место такое? Тайное место. Тупик. По всей видимости, тупик. О, как там интересно. Какая огромная щель. Хотелось бы туда пролезть, но нет. Туда никак. Ладно, лезем сюда. Открываем, по всей видимости, дверки. Что я сделал? А кто ж его знает, что я сделал? Я что-то активировал, но не знаю что. Эй, есть кто дома? Да, там кто-то есть, смотри-ка. Там чиш. Я могу сделать вот так вот. Опа, на забор залезли. Еще разок сейчас будем прыгать. И я на крыше этого здания, но тут как бы тоже никак не пролезть. Вот же ж ядрен батон. Тогда мне дико интересно, зачем вот эта вот штука. Еще здесь есть вот такая вот приблуда, которая активирует прэк-панель. Куда непонятно, но давай попробуем, может у нас что получится. Если я вот так вот натяну, да, должно получиться. Натягиваем. И теперь стреляем. Бластер, надеюсь, сработает. Не, не сработает. Вот же ж, блин. А если я перенесу куб куда-то сюда? Нет, так не прокатит. Вот сюда кубик. Чем пульнуть? Мне нужен снаряд. Кажется, я понял, как попасть сюда. Смотри. Мы здесь оставляем наш телепорт снаряд. Опс. Теперь открываем. Ага, и его туда закатывают. И мы телепортируемся. О, все очень просто. Отлично, еще одна шестеренка. Теперь нам сюда. Таким же образом мы попадем в этот дом. Я запускаю туда снаряд. Вот так вот снаряд туда запустили. Теперь он там закатился. Да, вон он закатился. Толкаем. Все, мы в домике. Отлично, мы здесь. И что мы тут имеем? Кнопочка, открывающая дверь. Крыши тут нету. Хотя что-то там вот может быть. Вон, видал? Видал, видал? Сейчас мы туда запрыгнем при помощи куба. И заберем то, что принадлежит нам. Вот так вот. Ух ты, а ты видел, что вон туда еще нужно поставить? Пац. Я только сейчас обратил на это внимание. Ну, что думаешь? Попаду я, не попаду туда? В этот паз. Как не так. Опа, спустились. Каким-то макаром поймать наш этот зеленый шарик. Вот, вот так вот. И поставить его вон туда. Это капец как сложно.
О, получилось! Фига себе. Обалдеть. А если еще разок? Давай еще разок. Ага. Больше ничего не дали. Ну ладно. Смотри-ка, забежал в храм и только сейчас увидел, что там есть щель. Мне кажется, что мы туда можем пролезть. Ох, ёкарный. Нифига себе. Знакомый чувачок, да? Обалдеть. И туда вниз еще можно. Так, подожди, вначале давай подойдем к монахам, поболтаем. О чем речь? Чудо, что тайна живет за этой дверью. Ключей, к сожалению, нет. Вообще ничего нет. Подожди, так это же проход к синим, по всей видимости, да? Синим? А, это черный чувак. Черный чувак. Жалко, что туда ключей нету. А ты что скажешь? Возможно, остаток от предыдущей цивилизации. Или это просто какой-то мусор? Нет, ребята, это не мусор, это моя цивилизация, и она не предыдущая. Мы существующие и действующие. Вы просто об этом еще не знаете. Ладно, пойдем. Пойдем попробуем сломать вот это вот. Надеюсь, у нас получится. Так. О, дверь открывается, ты видал? Ты видал, ты видал, ты видал, ты видал? Так. Подождите-ка. Точно ли это двери открываются? Сейчас надо посмотреть. Да что ж такое-то? А, вот что открывается. Тогда нужно сделать вот так вот. Шарик пока туда катится, катится. Есть! Залезли. И что тут? Это же меч! Пинок дверей? В смысле пинок дверей? Отпирает закрытые двери. Ну круто, что... Правда, жалко, что он держит в левой руке. Мне все это непривычно как-то. Так, ну допустим, вот тут запертая дверь. Вот так вот, отпирайся! Подождите секундочку! Вау, это что, инструмент постучать в дверь? Ну, типа того. Спасибо, что открыл. Прикольно. Это работает теперь так. Ну что, пойдем теперь сюда. Посмотрим, что тут у нас. Кажется, я знаю, куда мы с тобой попадем. Значит, силовой куб сюда. Сюда телепорт-снаряд. Открываем. 3 секунды идет. Пойдем глянем, что там. Пока я это все растолкаю, это же капец. Жесть. Не отпирается что-то она как-то. Короче, сейчас пойдем попробуем еще разок, только я сделаю этот раз вот так вот. О, и должен успеть. Нажимаем, значит, кнопочку. Теперь вот так вот. О, сколько там ламья-то? Давай, ну же, да блин, как капец. Ай, как все это беспонтово работает. Ладно, нужно, чтобы они одновременно, вот, вот так вот мне нужно, чтобы одновременно сразу две откидывались. Нажимаем, я бегу, бегу. И там видел, сколько дверей? Огромное количество. Так, значит, нажимаем, бежим. Я здесь, я здесь, я здесь, я здесь, я забежал. Ух, сколько хламя собираем. 98, отлично. Здесь есть 3 трубы и фиг знает. Какая нам нужна? Какая труба нам нужна? Ну давай залезем в первую. Оу, вот куда я упал. Ага. Давай попробуем теперь 2-ю трубу. И я упал здесь же. Ну и 3-я труба, скорее всего, я выпаду там же. Ну да. Ладно, тогда по стариночке, прыг панелькой, выпрыгиваем. Ну что ж, у нас теперь есть инструмент, который открывает двери, давай постучимся. Открывайте, красный чел. Ой, вот это дела. Открой еще раз. Здорово, можно я зайду? Подожди, у тебя тут хлам есть? Я возьму, ага, ты же не против? Нифига себе, у тебя тут хламья, слушай-ка. Обалдеть. Все, я собрал достаточно. Огромное тебе спасибо. Все, давай, до свидос. Теперь мне все двери открыты. Можно стучаться ко всем. Вот, например, давай вот сюда попробуем постучаться, в этот домик. Мне кто-нибудь здесь откроет? Open the door! Это FBI! Спасибо. У вас здесь есть хлам? Или что-нибудь такое? О, скляночки можно разбить, да? Сколько монеток. Спасибо. Не беспокойтесь, не беспокойтесь.
Вам все восстановят, не переживайте. Так, теперь я пойду в гости, пожалуй, вот в этот дом. Есть тут двери? Вот они, двери. Open the door! It's FBI! FBR! Как они там? FBI! Вась, что? Здрасте, мадам. Я забежал за денежками. Опа, смотри, кто тут спрятался. Чижик-пыжик. Спрятался, а я его нашел. Все, до свидос. А если я постучусь в медучреждение, меня кто-нибудь откроет? Я здесь. Не, он не откроет, потому что он здесь. Все понятно. Тогда идем в этот домик. Давайте шустрее, я в туалет хочу. Пустите меня, спасибо. О, тоже скляночки. Благодарю. Вы очень щедры. Все, я сваливаю. До свидос. Ну, а теперь самое главное постучаться в эту дверь. Hello. Hello, neighbor. Ух ты, интеллигент какой. У тебя наверняка где-то есть ключик. Какой сундучок забавный. Сколько у тебя здесь интересного и любопытного, а? А вот и ключик, кстати. Спасибо, вот это я стаскиваю у тебя. Ой-ой-ой, кажется, он хотел полицию вызвать. Так, валим. Еее, открыли. Мужик, ты был прав. Смотри, они сюда ринулись. Сейчас зарядим с тобой ракету. Попыточка номер 5, надеюсь, увенчается успехом. Щавельный дождь! Куда на этот раз я приземлился? Смотри, сколько ракет, просто капец. Я крушитель ракет. Так. Ну, в принципе, мы недалеко взобрались. Точнее, залетели на ракете. Вот он, бомж-город. Ну что, я думаю, что на этом мы закруглимся. Пятая ракета тоже потерпела крушение. Но я уверен, что у нас все-таки получится отсюда выбраться. Если тебе нравится Супраленд, то с тебя лайк под этим видео. И, конечно же, подписочка, если ты еще не подписан. А на этом все. Пока. Увидимся в следующем видео.